переключить вот по сравнению с завершением регулярного чемпионата, когда они очень хорошо заканчивали, и вот сегодня все как-то обнулилось? Ну, добавили скорости, больше прессинговали. Это все равно первая игра, эмоции больше, чем в последней была игре сезона. Наверное, это сказалось. А вот этот момент, когда вы после перерыва первого, две шайбы, почувствовали слабость соперника? Ну, просто, наверное, понимали, что надо давить, тем более нам ближняя лавка, надо меняться, нагружать их, поэтому надо давить. Вот в конце регулярки, опять же, если возвращаясь, не было уверенности как-то в своих силах, да, все время там одна шайба, две максимум. Сейчас почувствовали вот это чувство гола? Ну, я надеюсь, что да, что дальше будет так же продолжаться. Всегда, когда забиваешь много уверенности, кто забивает, все равно уверенности придает, это ему и он играет лучше, и получается больше. Очень корректно сегодня сыграли. Да? Нет, ну просто обычно все равно какие-то моменты. Не было, не знаю, судьям помогали. Но организованнее сыграли, не удалялись, не отвечали на провокации. Отметили гол в вашем фирменном стиле, потом воротители посмотрели на трибуну. Кому передали привет? Да ну никому, просто пытался завести, чтобы гнали нас вперед. Ну, по-моему, после вашего гола стадион и зашумел наконец-то. Ну да, проигрывали 0-1, все равно, наверное, настроение было не такое. Когда забили, естественно, радуются болельщики. Насколько вот важно забраться сейчас под кожу сопернику в том плане, что как заставить его нервничать и психовать? Ну, наверное, просто не отвечать на провокации их, не больше забивать, больше давить, ну, играть в наш хоккей, который мы играем. Сегодня была не такая эмоциональная игра, как мы ждали. Мы думали, что здесь будет вообще каждая минута такая бойня. Ну, не знаю, у нас эмоционально все было, как бы. Я считаю, что была бойня, много там всего искренне было. Сколько матчей будет? Два. Два матча. Спасибо. Ну как могу отвечать на этот вопрос, откуда же я знаю? Четыре. Спасибо.